молниеносный, способен использовать силу молнии, чтобы быстро нанести урон множеству целей и посеять панику в рядах врага. Шаровая молния – один из ценнейших талантов молниеносного. Выпущенный героем заряд наносит урон жертве и поражает врагов, находящихся рядом с основной целью. Используя талант «Молот грома», молниеносный бросает в противника свой боевой молот, нанося урон и оглушая жертву, снижая ее скорость и проворство. Используя талант «Перегрузка», молниеносный наносит урон всем противникам позади себя. Поэтому, даже отступая с поля боя, герой способен серьезно навредить преследователю. Молниеносный в совершенстве овладел силами природы и способен навлечь на противника гнев небес. Врагов поражают молнии, которые наносят каждой жертве большой урон и снижают скорость ее передвижения.